Хей, окей, с вами Шивки, мы продолжаем проходить игру под названием Спанчи Боб Сквепанс Battle of Bikini Bottom Ремейк. Да-да, я тоже удивился, что это ремейк. Окей, полетели. У нас есть проход в Rock Bottom. У нас есть проход в Sand Mountain. Или Санта. Sand Mountain. Ну и там закрыто, там... Летучий голландец. Что у нас тут? Красти Крабс. Чамбакет. Театр. О, дополнительная хпшка лежит. И голландец. Ну, мы с вами полетим, конечно же, там, где меньше лопаток нужно. В Rock Bottom. А, это щель, да, вот это? Rock Bottom. Мне нужно все равно, походу, все лопатки, если там еще какой-то доп уровень есть. Добро пожаловать в темные глубины Rock Bottom, где можно отыскать странных существ и сувенирные футболки. Так, музей какой-то. Губка-поп, веришь или нет, я рада, что ты здесь. Я тоже рад, что я здесь, мисс Паф. Роботы похитили из музея бесценные произведения искусства. Если сможешь вернуть их мне, я дам тебе золотую лопатку. Зачем вам столько произведений искусства? Не спрашивай, если не готов услышать ответ. Мисс Паф, считайте, что произведения искусства спасены. Спанч Боб. Да, Патрик. Глупый Спанч Боб. Так, это робот за Соня. Губка Боб должен осторожно прокрасться мимо него, чтобы он не проснулся. Для того, чтобы краса, нажмите, я понял. А что будет, если он меня заметит, интересно? Так, 6, да? Time for a little sleepy sneak. А, нихера себе, он сразу атакует. Ну, вам, как сказать, можно шифтить и бить, в принципе. Эти платформы рухнут, если очень осторожно не прокрадется по ним. А, нифига себе. Монати не усложняет все здесь, я смотрю. Вот и все. А вот это как раз вот и не проверил. Могу ли я допрыгнуть до платформы и приземлиться на нее шифтом? Я понял. Обратного пути уже нету. Да, Бабл Бадди, для пузыря ты весьма ловок. Губка Боб, роботы грабят музей Rock Bottom, но они разрушили ведущую туда дорогу. Тебе придется пораскинуть мозгами и найти другой способ туда попасть. Что если я оближу все эти марки и отправлю себе почтой? Не исключено, но возможно незаметное проникновение будет быстрее. Незаметное проникновение.
pretty. Can't take it. Так, телепорт раз. Ай-яй, туда не попасть так просто. Ага, и у нас пошли развилки, да? Окей. Ага, это мне нужно Сэнди. Как я вижу, где Сэнди? Я вижу коробку. Ну, погнали сюда тогда. Хотя мог... А, я не допрыгну. Вот на самом деле минус этого робота то, что он... И тут Сэнди нужна, это елки-палки. Я смотрю, тут везде Сэнди надо. Или это сохраняется? А, это сохраняется, значит не нужно постоянно нажимать. Fresh, like a spring breeze. Так, там труханы у нас еще валяются. Попал. Ну, в принципе, я не сказал бы, что он такой тяжелый. Так, отлично. Мы создали покатушки. И мы отправляемся кататься. О, внизу что есть. И это я могу, в принципе, достать. Да, спрыгнуть я то спрыгнул. Тут можно было допрыгнуть. Интересно, это я бы пол уровня заспидранил. Так, а чекпоинт был далеко. Последний. Но не вы, у нас все переключатели включены. Поэтому мы сейчас прокатимся на лифте. Я понял, я туда не попаду. Так, вот он наш лифт. А, это даже не лифт. А, я понял. Найс. Just my size. You've just met the Sponginator. Так, а это где я нахожусь? Like a spring breeze. Ah. Ладно, плевать.
Пока что соберем, что я могу собрать. Так, это начало, да? Опа, а что я активировал? Секретная кнопка. На что она активирует это, я не знаю. Окей. Так, вижу носок. Sometimes pushing a simple button is the most satisfying. Push, 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 push. Не знаю, мне нужно сюда, не нужно. Ну, anyway, я пушку уничтожу. Так, ну тут больше ничего такого нету. Тут можно отчет, ну, подпрыгивать отчеток. Как раз вот мы Сэнди сейчас получим. Так, может, все отлично. Так, откуда начнем? Давайте с секретного места. А где секретное место? Так, снизу раз, два. А, не суть, поехали. Далеко ехать не нужно было. Someone better make good use of all these. Buzz off, you little pests. Как раз по пути посмотрим, что еще упустил. Что я еще мог упустить? Ага. Манать, если бы она упала. Плюс лопатка, плюс дохера фиолетовая часть. А, так, подожди. Она использует сама парашют, когда я два раза нажимаю прыжок. Ага. Как я должен был сюда попасть? Так, мне нужен... Юбка.
Здравствуйте, мистер Крабс, что вы тут делаете? Зубную минуту назад видел здесь эту лопатку, но она скользнула туда вниз. Вниз! Она могла сломать ногу. Мне нужно спасти ее. Вперед, Юнга, вперед! Скорее спаси бедную лопатку. Надеюсь, я там ничего ценного не упустил. Надеюсь, станом. Она просто дальше полетела куда-то. Так. Подожди. Показалось? Ладно. Да, я походу с помощью полета упустил большую часть карты. И попал сюда. Ну, неплохо, ладно. По идее, я просто мог бы вниз прыгнуть сейчас. За носок. Мне туда нужно спрыгнуть. Я не знаю, когда я попаду, мне нужно туда будет сейчас не спрыгнуть. С помощью Санти. Там одно из двух, либо носок. Либо не носок. Not as good as Texas barbecue sauce. Yeah! Feeling refreshed. Ooh, do I really have to carry Patrick's socks? That's for messing with Texas. Ew, can't believe I'm wearing SpongeBob's underwear. Ага, вот как раз коробка эта. Да, лучше Сэнди, она быстрее всех убивает. В полете цепляться. В прыжке цепляться за врага и с помощью прыжка убивать. Тут можно было бы спрыгнуть, посмотреть. А, там же как раз я же тоже нашел часть чего-то. И? Стоп, нахера я вообще сюда пришел? Понять, что делать. То, что лично я нихера не понимаю, что мне делать. Okay. Ладно, пойдем по стрелочкам просто. Thank you.
Хорошо, представим, что мы сюда, да, тогда пошли. Где много платформ? Где это? О, носок вижу. Мне нужно вон туда. А туда можно попасть. Любым придуманным мною способом. Так, там лопатка, хорошо. Ага, здесь обосрался и как раз не смог перепрыгнуть, да? Так, там роботы, ладно. Мне к роботам надо. Ага, эта херня ездит, хорошо. Молодец, я вообще их еще не нашел. Окей. 39 лопаток у нас. Ну, я решил спрыгнуть. Сейчас поворуем картины для миссис Пафф. Но я не помню в мультфильме, чтобы она хоть их где-то... Hey there, привет, я качкарик. Say, слушай, предупреди меня, если этот подруга-младенец okay? вернется сюда, ладно? Кубка-младенец. Серьезно, нам нужно сюда с Панч Бобом заходить. Ну там сильные лазеры, я вам скажу. И опасные. Сильно опасные лазеры. В смысле, что с Панч Бобом стал? Очкарик! Ты тут в дозоре? Нет, это моя другая работа. Я работаю охранником. А сейчас слушай. Если хочешь добраться до золотой лопаточки, тебе нужно отключить систему безопасности музея. Эти штаны нужно гладить. Или они не мнутся. В отличие от тебя. Но будь внимательным, малец. Все очень серьезно. Если нам не удастся разобраться с роботами, наш дом престарелых будет закрыт. Мне придется вернуться к сыну, его жене и четырем вечно голдящим внукам. Итак, видишь вон то отверстие на противоположной стороне музея. Да, сэр. Там выход из музея. Удачи, малец. Очкарик, я тебя не подведу. Нихера тут рисунки Сквидварда, оказывается. Вот то, если что, отсылочка. Так, а теперь давайте думать. Пока что, походу, идет все хорошо. Ага. О, это тоже отсылка на какую-то там картину, я не помню на какую. Так, вижу носок.
Мы делаем себе легче. Здесь я так не запрыгну. Ага, но здесь поочередно все делается. Окей. Носочек забираем. Boy, Patrick will be glad to have this back. It shines. Take that! Time for a little sleepy sneak. Это легко. Пока что все это дело легкое. А зачем мне туда идти, если я могу сделать вот так? Одну кнопку нажал. I love opening presents. Вторую кнопку нажал. Ага. А куда мне надо? Вопрос исчерпан. Так, смотрим, что я еще упустил. Надеюсь... Мало тут просто столько картин в виде губки Боба. Ну, именно в жанре губка Боба. Это столько отсылок. Это жесть. Ага. Мне туда, как я понимаю, надо. Сороковая. Не, это 41-я. Или 40-я. 40-я. Медузы, это дети... Нет, не знаю. Сначала думал да, потом думаю нет. Не успеет достать. Он не успел швырнуть. Хы. Тут отсылок, я вам говорил. Но я пытался вот как раз вот так не задеть. Fresh, like a spring breeze. Дом престарелых. Опа. О, не-не-не. Ха-ха-ха.
Отлично. Вот этот всегда встречается везде. Серьезно. Понимаете, сколько мне теперь заново бежать? Долго бежать. Ну ладно, пробежимся. Только, блин, там скорее всего этот будет не мешать с электричеством, который. Так, раз, два. Но громовики мне будут мешать, как я понимаю. Хочу я того или нет? Там носок, и я не знаю, как туда попасть. Не знаю, как попасть. Теперь я даже не уверен, что туда смогу так попасть. Патрик, Сэнди. Отсылка на Да Винчи. О, видите, как раз сюда Сэнди нужна. И с помощью Сэнди мы сможем тогда пройти там. Так, три картины у меня, по идее, есть. Еще три. Я не ожидал такого поворота. Я попить решил. Like a spring breeze. Так, вижу лопатку, раз. До лопатки мне просто так не попасть. К лопатке мне просто так не пробраться. Ага. Оттуда я как раз туда еще смог попасть. Hey, Gary. Привет, Гэри. Похоже, walk, тебя ждет очень долгая прогулка, да? Котловая сгущательная тьмы. Okay, говоришь, Gary, звучит мрачновато. Ладно, Гэри, я буду очень-очень-очень осторожна. Давайте меня еще и задели. А, так я могу и так сюда попасть. Зачем я на Сэнди менял? Там по-любому закрыто будет. Окей. Блин, хотя я могу поверху пойти посмотреть. А, стой. Сейчас вернусь обратно. Превратись в Сэнди.
Давайте сразу, чтобы я не задерживал себя. Ага. Думай. Для чего мне туда? А, ну я бы сюда приехал, подожди. Так я понимаю. Gotcha! Отлично. Против... Надеюсь, ты не замыслил ничего плохого, Планктон. Чепуха, я просто хочу помочь раздавить вас всех, пока набираюсь мощи. Что ты сказал? Ничего. Видишь, вон эти лазеры. Ты про штуки, похожие на странные стиральные машинки? Полагаю, только в этой миниатюрной мозг могло пройти такое сравнение. Тебе нужно включить все, чтобы пресечь последнюю часть. Котлована сгущается тьма. Надеюсь, тут нет никакого подвоха, хитрюга. Ой, блядь. Там еще что было? Я еще куда-то мог попасть. Там на камне, с камня на батут. Тут. Ну, там с помощью Сэнди можно быстро. Так, подожди, Планктон. Так, мне Спанч Боб нужен. Один хер. Я вижу жопу Спанч Боба. Ну, слушайте, ради носка. Думаю, можно. Что у нас тут есть? Во-первых, носок. Еще один. Дальше мы активируем кнопочку. И теперь у нас есть проход к лопатке. Так, у нас вот так вот. Поэтому делаем вот так вот. Вот так вот. Сейчас залезем на камень. Плюс лопатка. Так, а теперь как мне вернуться, куда мне надо? Ну, я вижу выход, хорошо. Нам нужно генераторы, да, выключить?
Ладно, как раз картину заберу. Ой-ой-ой, тихо. Не заметил. Все-таки достал меня, зараза. Мне нужно лучи отключить. Думаю так. Внизу раз... Так, что здесь? Ага. Там тоже машина. Набром. Не тот цепляешь. Сэнди. Следующий луч. Так, смотрим, что... Ага. Texas barbecue sauce. Неплохо. Только деньги? А, это проход к выходу. Так я мог это долететь туда. С помощью задуманного маршрута. Так, подожди, теперь где выход? Выход на той стороне. Ничего такого, с чем я бы не справился от трудолюбия южан. Мне пронесло то, что я не упал. Так, теперь к выходу, да? Так, нам сюда. Теперь нам на скалу. И от скалы уже туда. Монать, он еще и такого создал. Ну, вам плевать. Один пик. Конечно, это Спанч Бобом все нужно проделывать. Фух, готово.
Еще одна лопатка. Так, по идее, должен быть босс. Скоро. Сразу спанч попадали. Так, я тут был, я тут не был. Ну, мы на выход идем. Так, а что мне от мистера краба надо? Молодец, Губка Поп. Отличное скольжение. Спасибо, похоже, воск для штанов наконец-то себя оправдал. Мне на выход типа надо? А ну-ка. Да. Сейчас я вот еще лопатку последнюю заберу. Странно, что тут босса не было. Хотя... Да, странно. Ну и ладно. А, это... Вот и последнее произведение искусства. Спасибо, мисс Пафф. Я заглянул в каждый подозрительный светящийся уголек. Ну и ну, прекрасная Губка Боб. Музей наконец сможет снова открыться, а вот и твоя награда. А помните мультфильм, когда Губка Боб первый раз упал в эту яму? Вот и все. В принципе. Носки, конечно, я не нашел. Но думаю, не страшно. Поэтому на этом мы с вами заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.